Мы, участники ОСВО, уже повторно обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, как гаранты Конституции, в связи с тем, что ранее мы просили помочь в деле тренера Асламбекова Тимура Ибрагимовича, в отношении которого незаконно была применена физическая сила сотрудниками полиции города Буйнакска во главе с начальником полиции города Буйнакска Герихановым, в результате чего Асламбеков получил телесные повреждения и в отношении него сфабриковали уголовное дело. Просим вас взять под личный контроль этот произвол, происходящий вокруг этого дела. Уважаемый Рамзан Ахмадович, мы, военнослужащие российской армии, выполняем поставленные задачи на СВО и обращаемся к вам в связи с тем, что неоднократно обращались к Меликову Сергею Алимовичу и к другим должностным лицам. Но наши обращения остаются без ответа и должностного внимания. Просим вас разобраться с беспределом, происходящим с нашим братом Асламбековым Тимуром Ибрагимовичем. 25 июля 2022 года Асламбеков без причины был избит начальником полиции города Буйнакска Герихановым и его подчиненными в отделе полиции. На это все имеются доказательства в сети интернет, видеозапись отдела полиции, заключение судебно-медицинской экспертизы, свидетельские показания очевидцев, на которых также оказывается давление со стороны сотрудников полиции города Буйнакска. В результате всего этого в отношении Асламбекова Следственным комитетом города Буйнакска возбуждено уголовное дело и направлено в Буйнакский городской суд. Само заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Гериханова Закира о превышении должностных полномочий и в отношении его подчиненного Надырбекова о фальсификации доказательств Следственным комитетом города Буйнакска остается без внимания. В связи с тем, что Гериханов имеет дружеские отношения с руководством различных ведомств, просим вас оказать помощь в установлении истины по данному делу и помочь привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к данному беспределу. Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Ахмат! Сила!